Привет, ребята! Вы на канале Синий Слон, а сегодня мы будем рисовать мусоровоз с круглым кузовом. Я буду рисовать. Нет, я же черный. Я должен рисовать картину. Нет, я буду раскрашивать. Хорошо. Договорились. Ребята, смотрите, колеса должны быть круглыми. У Егора они круглые. Так. Кто умеет считать, сколько колес получилось? Два. Так, делаем диск. Вот им диска. Еще вот такие болты. И украшения. Конечно, для диска. Конечно, не украшения, но не знаю, как это называется, конечно. У сыровозов надо больше смотреть мне. Второй диск, правильно? Правильно, вот. Так, рисуем эту самую кабину. Рисуем кабину. Вот такой вот квадрат. О. Делаем окно, где водитель сидит, и закрашиваем. Так, еще можно сделать пару. Вот. Это оранжевый фломастер так говорит. Вот рисуем круглый кузов, да? И закрашиваем. Также это можно нарисовать мост, то есть коленвал. Если кто-то говорит на мост, а коленвал, то я скажу мост. Делаем воздуховодку, в которой, ну, в кузове есть такие, ну, ветер такой, который надо выделять. Воздуховодка у нас электрическая. Сделаем для нее аккумулятор. Так. А будет манипулятор, который конечно поднимает? Конечно будет. Так. Ребята, смотрите, манипулятор должен похож на цифру 4. Ну да. Да? Да. Давайте посмотрим, как выглядит цифра 4. Вот так. И похожа она на манипулятор. Ой, мы же еще не дорисовали контейнеры. Да. Ребята, какого цвета вы хотите, чтобы были контейнеры? Напишите в комментариях. Колеса. Ой. Контейнеры что, на колесах? Конечно. Я никогда такие не видел. Ничего себе. Давайте, ребята, посмотрим, что это за контейнеры такие на колесах. Надо стереть. Да, зови нашу стирку. Я здесь забегу, стирка все стеру. О, стирка прибежала. Какая хорошая. Убрала контейнер наш. А, это вода. Ничего страшного, он сыровоз не приехал. Это я... Давай контейнер вот здесь, с этой стороны нарисуем, рядом с сыровозом. Чтобы он не под низом стоял, а рядом. Колеса, правильно? Да. А у контейнера сколько колес должно быть? Два. Ну, два спереди, два сзади, всего четыре. Ну, да, мы видим два. Два спереди, два сзади. Да, ну мы видим два, потому что... Вот такой вот. Контейнер. Вот. Пожалуйста. Контейнер и мусоровоз. Ребята, как классно нарисуем! А если вам понравилось, поставьте лайки! Ребята, если не умеете лайки ставить, попросите папу или маму, чтобы поставили! А вы были на канале... Синий Слон! Всем пока! Пока! Включай музыку!